Вся предоставленная информация вам выложена исключительно в ознакомительных целях. Ставьте лайки и комментарии. Очень успешный харизматичный адвокат по семейным делам Барыш чувствует, что больше ничего в жизни не сможет его удивить. Он разочаровался полностью в любви. Смотрите турецкий сериал «Светлячок» на русском языке, в котором умная, веселая, позитивная девушка ослы вынуждена работать водителем такси по ночам, чтобы прокормить свою семью. Ее прозвали «Светлячком». Эти двое встретятся и начнется увлекательная история их любви. Посмотреть 12-ю серию турецкого сериала «Светлячок» вы сможете 23 сентября.